это дерево обследовалось? Обследовалось. Есть там заключение специалиста, да? Заключение специалиста под снос. С рекомендацией. А когда оно обследовалось? Неделю назад. А 10 лет назад, а 5 лет назад? А какие меры принимались? 5 лет назад и 10 лет назад спрашивается с районной администрации. А визуально можно определить, да, что там оно? Пожалуйста. Пойдемте вон там, посмотрим. Пойдемте вот с этой стороны зайдем. Посмотрите. Вот видите, эта веточка, она там. Вот она вот по сих пор туда заходит. И вот видите, сколько там пустоты. Как вы думаете, оно держится? Покажите еще. А в чем претензии у вас? А в чем у вас претензия? Я вижу один метод обследования дерева. Вот этот человек втыкает палочку. Или руку бросовывать. Не, можно бесконечно, мне но это кажется, очень наглядно. Мне кажется, вот так на поверхности взгляд, что это не очень профессионально. Мне хотелось бы услышать грамотную речь и грамотные аргументы. Пока я вижу, что как втыкают палочку и щупают рукой. А документы какие-то показывают? Да, нет, никаких документов не показывают, акт обследования не показывают. Я наглядно вам демонстрирую, что там пустоты и дупла. Акт обследования есть. А где он? Служба трудоустройства города. Комиссия по зелени. На основании этого обследования комиссия решила, что его надо снести. Там просто, знаете, конкретно вот это дерево нужно будет потратить время, чтобы его найти. Вот, там знаете, сколько здесь деревьев всего обследовано было? Порядка 200. Я понимаю. Около 200 деревьев. Вот, сейчас нужно будет найти тот акт, там актов получилось на 12 страниц. Убористого рукописного текста. Я понимаю. С указанием породы, диаметра. То есть претензии повреждений некоторых членов этой, как сказать, комиссии, да? Они не объективны. Я не знаю, я считаю, что тут налицо. Я понял, все, спасибо.